Всем привет! Меня зовут Влад, и добро пожаловать на мой канал. Недавно я приобрел себе Warcraft 3 Reforged, чтобы поиграть немного на официальном сервере, также посмотреть, что в нем изменилось. Но с учетом того, что я буду играть на классической графике, мне интересно посмотреть, как я смогу адаптироваться под новую версию Warcraft'а в любимой карте Dota All Stars. К слову, если тебе интересно, что у меня получилось, оставайся, смотри дальше. Ну что, начинаем катку, прописываем мод, пишем камера 1.6, мимит, good ping, спрашиваем, чтобы не делать РМК. Берем мипаря. Отлично. Ребята мне сказали, что мы будем играть, поэтому я пойду мид. Посмотрим, что я смогу нафармить. На самом деле, я сейчас планирую первым собрать Тревела, дальше собрать Аганим, Эзерио Блейд, ну и дальше посмотрим. Все зависит от игры. Если меня начнут душить, то что-нибудь поинтереснее. Если не будут душить, то, естественно, соберу себе стак Эзерио Блейдов и просто буду разваливать их за счет того, что Аганим будет давать дополнительные атрибуты. Так я выиграю игру. Ну что, посмотрим, как у нас пойдет игра. Возьмем монетку. Забрал. Отлично. Пойдем на мид. Быстрее пофармим. Возьмем сапог Boots of Speed на третьем где-нибудь уровне, на четвертом. Сварим себе тревела. И дальше уже огоним. Почти ФБ, кстати. А нет, ФБ. Тинни сделал ФБ на Винтере. Печально. Поехали фармить. Снайпер, возможно, задрот. Я, честно признаюсь, мало играл на рефордже. Снайпер делает неприятный плей тем, что кидает шрапнели. Зачем-то Тинни его закидывает в мид. Я так понял, он пытается помешать ему играть. Ну, тут определенно нужно будет его кикнуть в случае, если он будет пробовать фидить снайпером. Какой смысл от этого? Тем временем снайпер в миду. Отлично, у меня четвертый уровень. Есть пуф на 2. Сейчас у меня будет Boots of Speed и свиток телепортации. Я вижу, что Тинни ходит рядом. Нужно будет аккуратно мне играть. Не хочу, чтобы он ко мне подходил на самом деле. Ждем. Отлично. Снайпер, как обычно, кидает шрапнель. Я вижу, что кура идет на руну. У меня есть сетка. Все, Тинни умирает. Это была его ошибка. Снайпер почему-то даже... Снайпер почему-то даже не кинул шрапнель, чтобы помочь Тинни. Неприятно на самом деле стоять дабл мид. Так, они решили пушить мне вышку. Вопрос, пробовать бежать за снайпером или нет? О, отлично, снайпер подставился, тем самым сейчас отлетит. Это была его ошибка. Опа. Но снайпер все равно отлетел. Неприятно было то, что Бара в меня влетел.
Вообще неприятно. У меня наконец-то 7-й левел. Можно спокойно забирать с таких крипочков. Отходить в лес ненадолго, для того, чтобы немножко пофармить. Я вижу, что Найс здесь у нас 5-го уровня. Я думаю, что я ему не сильно помешаю, если сюда подойду. В любом случае, мне нужно как можно быстрее на тревела накопить. Мне это гораздо полезнее, чем Найксу какую-то свою мелочь собирать. Отлично. Ну что, у меня появились тревела. Это означает, что сейчас я могу бегать, фармить как дикарь. Мне нужно как можно скорее, правда, получить 10 уровень. У меня появится 3-я мипа. Я вижу, что здесь дракон. Я думаю, что ему следует лучше отойти, иначе он умрет. Ну, здесь Пугна, конечно, отлетает. Я не уверен, что Риксара что-то могу сделать. Это была моя ошибка. О, это мой шанс напасть на Тини. У него еще мало маны. Раз, два, три. Отлично. Бедный Тини. Тем временем у меня есть половина Аганима. И это хорошо. О, Бара, ты это зря сделал. Причем, я в этом уверен. Так, вопрос. Скорее всего, на Люцифера сейчас кто-нибудь побежит. И это будет точно Бара, но вопрос когда? Ждем, ждем Бару. Вот Бара. Здесь варды. Ох, красиво. Еще и команда подошла вовремя. Даблу сделал. Приятно, вкусно. Отлично. У меня даже больше, чем половина Аганима. Я сейчас не только могу спокойно снести вышку, но еще и собрать Аганим. Так, забираем крипов. Вводим одного из мипарей, который может подставиться неприятно. А пока тем временем пробуем снести вышку. Бары пока не видно. У меня стоит вард. Он мне поможет, если что, убежать. Отлично. Куда он бежит? А, я так понял, он бежит на базу. Да, все. У меня появляется 4-й мипарь. Это хорошо. Трое внизу. Так, я вижу, что в миду 3 персонажа. Неизвестно, где находится Бара. Есть высокий шанс того, что Бара уже летит на Люцифера. Может быть, даже здесь кто-то есть. Не дай бог. Да, они сюда уже идут. Вард. Вард. Отлично. Вот и противник. Я не понял, почему мы не деремся. Не хватает почему-то Бары. Пока немного пофармим. Сразу отойдем подальше, чтобы лишний раз не попадаться на разбег Бары. Они в нашем лесу все равно бегают. Они мне ничего не сделают. Я могу в любой момент оказаться на базе. Сейчас по-быстрому заберу крипов. И отсюда отойду. Можно даже у них в лесу пофармить, раз они у нас находятся. Отлично. Я вижу здесь нежеланных гостей. Думаю, подойти к нашим. Ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Надо отвезти некоторых мипарей. Самому подойти. Так, это точно умирает от яда. Если не от яда, то Винтер его убивает.
Чё, ребята, мы догоним вопрос? Я тем временем подформлю крипов. Ну, снайпер точно не уйдет. Его убьет либо Найкс, либо Люцифер. Все отлично, он мертв. Я пойду Эншентов древних пофармлю. Мы тем временем забираем Рексара. О, здесь жирно получится. Отлично. Здесь где-то еще был Бара. Только где он был? Я его что-то не видел. Видимо, не обратил внимания. Но, к сожалению, противник поливал. В принципе, здесь могу сделать вывод, что эта дота нисколько не отличается от Айкапа. От Рубатла и ему подобных. Пугна умирает по ошибке. Ну да. Ну ты не успеешь. Зачем старался? Ребята могут, кстати, написать свитч. Вот, решили не писать, а просто сдаться. Ну, ребята, вы сами все видели. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы приходили оповещения, напишите ваш комментарий, если хотите. Ну, вот, получилось как есть. Всем пока.